проснемся вместе завтра. Ты видишь только с тобой, меня накрыло вновь. Всем огромный привет, с вами Виолетта Маур или просто Ви. И я знаю, что необычно видеть только мои руки, но я знаю, что вы любите эту рубрику. Это рубрика заполнения ежедневников, канцелярия, все, что можно творить и делать вместе с вами. Поэтому я думаю, что вам понравится это видео. Да, мне тоже очень необычно сейчас снимать это видео. Надеюсь, что вы меня поддержите пальцем вверх и оставите свои комментарии, потому что я, наверное, больше года не снимала подобного рода видео, и вы можете даже слышать, как у меня трясется голос за кадром, потому что почему-то меня нет в кадре. Но ладно, надеюсь, вы меня поддержите. Почему же выпусков не было про ежедневник? Все потому, что мы выпускаем свой планер. Но, как оказалось, чтобы выпустить планер, требуется не 3, не 2 месяца, даже не полгода, а практически год стараний, чтобы вы могли пользоваться офигенским планером. Я сейчас покажу вам примеры того, что может быть в этом планере, да. Если вам нравится, если вы хотите первым получить извещение о том, что планер вышел, и вы хотите его купить, то вы сможете оставить просто на него заявочку сейчас по анкете внизу. И всем, кто ставит заявки, пришлется уведомление, чтобы вы смогли в числе первых купить его. Потому что производить первую партию будет, естественно, ограниченное количество ежедневников, и чтобы вам не было обидно, что вы пропустили, вы можете переходить по ссылке, но после просмотра видео. Вот, что мы будем делать сегодня? Стоп, да, вы такие хотите спросить, окей, у тебя нет тут ежедневника, и что же мы будем заполнять? Я долго думала и думала, блин, буду откладывать видео, пока у меня не будет ежедневника. Но, нет, я не могу вас оставить без видео, потому что я соскучилась. Я решила для тех людей, которые сейчас тоже, как и я, не имеют ежедневника, может быть, вам нужно срочно что-то сорганизовать, я покажу вам на простом примере обычного блокнота, как можно круто оформить свои ежедневные дела. Прежде чем планировать, хотела бы сказать, что 2 года я планировала по дневнику успеха, и вы меня часто спрашивали, Виолетта, где ты его купила. Я почему не делилась ссылкой так в открытом доступе, потому что я считаю, что да, это удобный планер, но мне хотелось, чтобы все-таки я делилась ссылкой на свой блокнот, который вы сможете покупать и пользоваться, и в идеальном формате. То есть я протестировала очень много разных версий, как планировать в блокнотах на кольцах, в которых просто пустые листы. Я планировала на листах, которые уже расчерчены под неделю. Так вот, эту вещь мы откладываем, но я ей очень благодарна. Она неудобная в носибельности, то есть она тяжелая, да, как книга. Ее не положишь в себе в сумку, хотя я носила, и кто меня давно смотрит, знает, что моя традиция — это брать с собой большие сумки, с собой еда, все, что только возможно. В какой-то момент я поняла, что все, я не могу носить с собой, мне приходилось именно фотографировать, что же я запланировала, и с собой носить на телефоне. В итоге это получалось как-то неудобно, потому что иногда хотелось планировать в кафешке, именно пописать. Так что мы его откладываем. Я все-таки считаю, что американские блокноты, ну, не знаю, мне не хватает места, допустим, на планирование недели, потому что я обычно много чего планирую, мне нужно написать от 6 утра, кстати, сейчас я каждое утро встаю в 6 утра, и мы проходим марафон, вы можете перейти по ссылке и также в бесплатном доступе участвовать в марафоне по продуктивности, по правильным ритуалам, по раннему подъему, там мы друг друга мотивируем, это абсолютно бесплатно, то есть это сделано больше для того, чтобы люди мотивировались, развивались и не сидели на месте, ну и для собственной мотивации в первую очередь. Когда я встаю в 6 утра, мне нужно реально расписывать все для своего мозга, чтобы мне было желание встать в 6 утра, мне нужно знать четко, что я буду делать в 6:30, что я буду делать в 7. И если я буду вот в этом промежутке расписывать это, ну, ребят, мне это не поместится. Да, можно сказать, окей, Виолетта, расписывай здесь только самое важное. Не знаю, просто мне не нравится. У меня есть куча, просто огромная листов по планированию, которые, если я их начинаю открывать, и если там каша, то у меня каша в голове. И, соответственно, я ничего не могу сделать. Если вы, допустим, думаете, что вы чего-то не успеваете, на самом деле вы просто неграмотно планируете свое время. Стоит просто, может быть, день-два, может быть, неделю посидеть, составить какой-то план, систему, по которой вы будете двигаться, распланировать и просто придерживаться этого плана, а не постоянно что-то придумывать. Вот. С чего мы начнем? Первое, что должно быть у меня на листе, естественно, это, ну, если не говорить об оформлении, да, чтобы, допустим, что здесь должна быть надпись, да, что это мой там блокнот, планер, что это здесь мое имя, фамилия, то следующим должно быть план, соответственно, наверное, на неделю. Делаю небольшое отступление, мне сегодня за день приехало 2 курьера, плюс еще должен был 3-й приехать, и они мне привезли большую коробку, там, знаете, рассылки для блогеров. Впервые я вижу, что вы так настолько оригинально сделали рассылку, что здесь лежала там, ну, я не буду, это не реклама, это просто там Maybelline делает рассылки блогерам, и там в ней была куча-куча всего, вот в таком виде, типа, это пленка здесь,
кассета даже. Прикольно, я даже не понимаю, для чего она нужна. Они подходят необычно к своим рассылкам. Сразу хочу сказать, что если вы ожидаете, что Виолетта сейчас будет тут вам разукрашивать все, рисовать цветочки кистями, там разукрашивать акварелью, возможно, возможно, творчество доведет меня до этого. Но основной задачей я ставлю сейчас красиво и просто четко расписать все, что мне нужно сделать. Я рекомендую вам не заморачиваться, да, потому что обычно мы такие стараемся делать все идеально. Я привыкла делать сначала как есть, а потом уже, если мне нравится, дополнять и улучшать. Вот, пишем план на неделю. Кстати, очень рекомендую вам вот эту ручку-карандаш-фломастер Faber-Castell. Она очень тонко пишет. Фломастер, но тонкий очень. Так, теперь здесь нарисуем стрелочку. Я решила для себя, что на неделю максимум можно ставить 6 важных дел. Почему 6? Даже, наверное, лучше 5. Потому что не нужно превышать свои, как бы, да, вы можете написать там 10 себе важных целей. Но поймите, если вы напишете сейчас все себе важные цели сюда, и вы их не выполните, во-первых, у вас будет чувство неудовлетворенности, что вы такие, типа, плохие, вы ничего не успели. Во-вторых, из-за того, что вы не четко распределяете приоритеты, возможно, вы что-то реально важное забудете. Потому что оно будет написано здесь, а на самом деле это было самое важное. Кстати, можете поздравить меня. Я купила себе буквально вчера iPhone. Я безумно рада. Если вы хотите, чтобы я рассказала вам, что находится в моем айфоне, да, может быть, вам это интересно, хотя это очень старый род видео. Но я могу вам рассказать, что есть реально интересные и достойные приложения. Ну и вообще могу рассказать в целом, как айфоном я пользуюсь, нравится он мне или нет. Ну, как раз это видео я буду снимать, там, может быть, через неделю-две. Я уже смогу вам сказать свое мнение, вот, так что пишите. Так, откроем календарь. Обычно я это делаю так. Я люблю, когда четко видно даты. Я ставлю восклицательный знак. Какая у меня самая главная задача? У меня есть заметки. Я пишу важные вещи. И как вы видите, здесь их дофига. И когда я сюда захожу, у меня каша в голове. Поэтому давайте выпишем отсюда все-таки наиболее важное. Как я анализирую? Ну, естественно, важные дела — это либо дела, которые приносят мне деньги, либо которые привязаны к какому-то сроку, я не могу их никак отложить. Я поняла свою самую главную задачу. Ее, кстати, здесь нет. Это курс, который я сейчас пишу, да. Я просто понимаю, что нужно уделять ему больше времени. Соответственно, у меня в этой неделе осталось только 24, 25, что-то 7. Значит, можно поставить либо задачу, чтобы я 1 час в день делала какую-то важную задачу, либо какой-то день сделала. Я думаю, что я просто поставлю себе задачу. О, видеоблогерству. Кстати, да, вы знаете, да, то, что мы сейчас запустили сайт и обучение видеоблогерству. Вы можете, каждый человек, который сейчас смотрит, который, может быть, давно мечтает стать видеоблогером, научиться монтировать, пройти обучение. И если вы, кстати, меня давно смотрите или вы пришли через это видео, можем поговорить о какой-то небольшой скидке. Также есть рассрочки на цену, на самом деле много разных привилегий. На этом курсе вы полюбите монтаж, вы узнаете все фишки, которые я использую, вот эти всякие переходы, звуки, как это делать быстро, качественно, как привлекать в свои видео рекламодателей, как зарабатывать на этом деньги. Вы можете перейти на сайт и посмотреть более подробную информацию. Ну и, конечно же, я открыта всегда к личному общению. Мой номер телефона доступен для вас. Можете писать в WhatsApp, и я по возможности вам отвечу на любые вопросы, которые у вас есть. Созвонимся, может быть, вы действительно хотите стать видеоблогером давно и вот поняли, что это ваш шанс. Так, каждый час, каждый день, 1 час писать курс по Ви. На самом деле, когда ты давно не снимал видео, вот реально, почему все люди говорят, что желательно, если ты делаешь какое-то дело, делать его на регулярной основе? Потому что ты можешь это потерять навык. Конечно, ты его не потеряешь. Если ты один раз сел на велик, то, скорее всего, если ты там долго научился кататься на велике и долгое время не катался, то ты через время вспомнишь это быстрее намного. Но все равно тебе нужно будет время, чтобы опять возобновить эти навыки. Блин, на самом деле, когда я планирую, я столько вещей вспоминаю, что мне аж страшно становится. И знаете, какую еще фишку я использую? Если, допустим, вы очень много планируете, обычно не выполняете чего-то, пишите рядом с планом, ну, рядом с целью, да, время, которое вам, скорее всего, понадобится на это действие. Скорее всего, для того, чтобы снять вот это видео, мне нужно будет в среднем, ну, чтобы не обманывать себя, минимум 2 часа. Смотрите, это цели, которые я прописала важные. То есть, что значит важные цели? Это то, что относится к перспективе. То есть, я понимаю, что это не принесет мне, допустим, деньги сразу. Эти задания не принесут мне сразу какой-то быстрый результат. Но в долгосрочной перспективе они очень круто повлияют на мою жизнь в целом, потому что курс — это пассивный доход, по сути. А многие люди, они сначала думают о срочных, и на важные у них дела не остается время. Советую почитать книгу «7 навыков высокоэффективных людей». Там очень четко об этом все говорится. Кстати, сама советую и сама хочу ее перечитать через книгу «Мудрости». Я вам про нее рассказывала, да, можете посмотреть это видео. Понятное дело, я вам сейчас не рассказываю основу планирования, я планирую уже на базе своей.
своей. Но я беру и из каждой сферы своей жизни я ставлю задачи, к примеру, или сферы, или направления. Эта сфера мой курс, да, это сфера Инстаграм, это сфера YouTube, это сфера IQ+, это сфера здоровья еще и там второстепенные дела. Советую вам делать так же. Так, дальше идем в Инстаграм. На Инстаграм мне нужно за эту неделю, ну, написать, наверное, 100%, как раз у меня будут сегодня фотографии, господи, спасибо, и у меня будет контент, поэтому мне нужно написать 2 поста. Я бы хотела выделить день, в который я буду монтировать видеоролики, потому что я попробовала систему монтировать каждый день минимум по 25 минут, и я поняла, что когда ты монтируешь одно видео на протяжении месяца, ну, это, знаете, вы работаете над одним и тем же проектом, который вы видите каждый день, и вам нужно каждый день за него садиться, вы уже это делаете как будто без энтузиазма. Поэтому желательно выделить, наверное, 2 дня в неделю. Я посчитала, что в среднем на монтаж мне уходит часов там 7-8. Ну, это совсем. Поэтому можно, в принципе, выделить какой-то день, когда я помонтирую видео, которое я сейчас снимаю. 3 часа монтажа. Смотрите, я сейчас снимаю видео не как эксперт по планированию, просто показываю вам, как я это делаю. Ребята, прошло уже почти год, ладно, чуть меньше. Я только недавно получила галочку, и только недавно ко мне пришла кнопка. Придумать, с кем сотрудничать. Я объясню, то есть я сейчас ищу магазины, которые мне будут нравиться по стилю, с которым я буду на долгосрок сотрудничать по одежде. Мне нужно по сайту поработать с Олегом. Идем дальше, что у нас есть? Фоторекламу выложить. Я сейчас сделаю такие 2 листочка. Один связан с Инстаграмом и другой связанный с курсом по блогерству. Просто его оформлю красиво. И сейчас к вам вернусь. Что у нас здесь будет? У нас здесь будет посты какие-то на сторис, которые важны мне. Я поставлю цель 1 пока, пусть будет прямой эфир в неделю. 1 видеоролик в неделю. И здесь у меня цель, естественно, это, ну ладно, 1 ролик в 2 недели пока. На этом моменте пока остановлюсь, может быть, тогда в следующем видео сниму. Последнее, что я сделаю, это вот допланирую план на неделю. Далее расчертить мне нужно будет на 2 недели. И проходимся по самым важным делам. Я думаю, что уже закончим это видео. Чуть долго я планирую. 11 утра у меня растяжка. В пятницу по времени у меня обучение. В субботу у меня получается тоже в 11 растяжка. Я должна как-то это успеть. IQ+ встреча. Остальные дела я уже буду по ходу каждый день дописывать и распределять. Вот. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я частично показала вам, как я оформляю свой ежедневник, если у меня нет под руками какого-то готового варианта. Поэтому я это делаю быстро, легко. Еще раз скажу, не забывайте, что вы можете внизу оставить заявку на предстоящий блокнот, чтобы в числе первых его получить. Вы можете начать обучаться видеоблогерству у меня лично. И вообще много-много всего. Можете заходить на мой Инстаграм, я там много чего выкладываю частенько. Выходите на Телеграм-канал по саморазвитию, заходите на наш Инстаграм по мотивации, мой ВКонтакте, там открытый плейлист. Все-все мои соцсети, все-все-все, что я говорила, останется вот тут. Я вас всех безумно люблю, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал. И если вам не нравится этот формат, потому что я давно снимала, напишите об этом в комментариях. И, возможно, я постараюсь сделать эту рубрику на постоянной основе. Вот, всех люблю, всех целую, пока!